Намного уютнее, легче станет работать на новых установках кустового бурения скважин, выпуск которых освоил Свердловский «Уралмаш». Впервые они изготовлены в утепленном варианте. Две новинки уже прибыли в Приполярье к нефтяникам Ноябрьска. Морозы зимой здесь порой стоят очень сильные, до минус 40-50 градусов. Есть хорошая возможность по-настоящему проверить установки в экстремальных условиях работы. По мнению конструкторов и технологов «Уралмаша», утепленные панели укрытия и теплогенераторы позволят создать на буровой микроклимат. Особенно это важно для блока, где находятся насосы и растворные емкости. Здесь наиболее уязвимое от холода место. Отныне тут будет в любой мороз до 5 градусов тепла. Для работы генераторов послужат дизельное топливо или газовый конденсат, который, кстати, можно брать из скважин тут же на месторождениях. Если первые две новинки уже работают, то еще две находятся в монтаже и к зиме будут готовы. Необходимо отметить такое важное направление в работе машиностроителей Урала. Отныне все буровые установки для сибирских нефтяников они намечают выпускать только в утепленном варианте.